Так, ну, всем привет, мои хорошие. Вот, хочу я с вами еще поделиться тоже своим одним секретиком, который меня научила моя кошечка, которая жила у нас на работе. И у меня часто, потому что работала по сменам, и часто болел желудок. Приходилось брать, ну, кушать, то бич-пакетики эти берешь, там разогреваешь что-то, готовить там некое, все почти сухомяточку, и желудок у меня стал болеть. И кошка меня научила, вылечила, как говорится. Мне стал болеть желудок, она запрыгивает на меня и топчется. Я думаю, сначала ее отгоняла, уйди, говорю, без тебя тут тошно, и так тут болит. Потом заметила, после того, как она по мне потопталась, у меня перестал болеть желудок. В следующий раз у меня снова заболел, когда желудок, я ее беру и тащу к себе. Ну, у нас стоял диван, я ложилась на диван, надо обязательно лечь. Вот. Сажаю ее к себе на грудь, и она снова мне топчется, и мне снова становится легче. Когда уже кошки у нас не стало, ее украли, и я вспомнила, как она топталась лапками. Вот. И вот это вот я запомнила, думаю, дай-ка я попробую своей рукой. Ну, ее энергетика, конечно, а тут сама своей энергетикой, думаю, ну, поможет, не поможет, решила испытать, попробовать. И вы знаете, тоже помогло, успокоилась. И вот сейчас у меня тоже наелась я пирожков, вот, и у меня снова начал болеть желудок. Я уже потому, что их лишнего съела, как сказать можно. Вчера ела и сегодня. Уже нельзя столько жареного, конечно, ж кушать. Вот. И я решила попробовать, испытать. И мне тоже стало помогло. Без таблеток обошлось, безо всего. Вот, сейчас я вам покажу. Так, видно? Вот такое вот упражнение. Вот как кошечка лапками вот так вот массаж делает, как бы вот так вот перебирает, да? Вот она же лапками так перебирает. Я вот на яблоке вам хочу просто показать. И вот такими вот массажными легкими движениями, прям чуть-чуть дотрагиваюсь вот так вот. И вот это вот делаю. Вот. И минут 5-10 и успокаивается. Ну, я минут 5 делаю, а минут через 10 у меня вот успокаивается желудок. Попробуйте, возможно, вам кому-то тоже поможет. Просто вот такими вот движениями, перебирающимися двумя руками, ложитесь и начинаете перебирать вот так вот по желудку, если у кого-то желудок болит. Вот. И все. И весь вот этот вот секрет. Может, уже кто-то и знает так. Ну, говорят же, вот кошки лечат, кошки чувствуют. И я вот вспомнила, и до сих пор я ее помню, ту свою кошечку, которая мне спасла, как говорится, жизнь и помогла. И вот такими вот движениями, вот, я это сейчас и делаю. Все. Все, теперь все, мои хорошие. На сегодня хватит моих секретов. В следующий раз я еще что-нибудь расскажу. Кто не подписан, подписывайтесь, кому интересно. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч на моем канале.